Интервальная тренировка – это метод тренировки спортсмена, при котором тренирующее воздействие на организм оказывается посредством многократного повторения работы в субмаксимальной интенсивности с четко дозированным отдыхом. Отдых при такой работе невелик, и он обеспечивает только частичное восстановление. В тренировках его можно регламентировать расстоянием, временем или пульсом. То есть или легким бегом определенной длины, или временем в минутах, или восстановление пульса до определенного показателя. Например, интервальная работа 5 раз по 1000 метров с отдыхом 600 метров или 5 минут, или до пульса 120 ударов в минуту. Суть интервальной работы заключается в том, чтобы преодолевать тренировочные отрезки в третьей пульсовой зоне и отдыхать до неполного восстановления. В этой работе не надо переходить анаэробный порог. Например, если панно у спортсмена 165 ударов в минуту, то пульс в интервалах должен держаться в пределах 150-160 ударов, а отдых до 130 ударов в минуту. Этот метод в основном развивает сердечно-сосудистую систему и общую выносливость. Суть быстрой интервальной работы заключается в том, чтобы проходить тренировочные отрезки в третьей и четвертой пульсовых зонах и отдыхать до полного восстановления. Например, панно 160. Тогда тренировочные отрезки выполняются на пульсе 155-170 ударов в минуту и отдых до 100 ударов в минуту. Этот метод направлен на развитие специальной выносливости и скорости бегуна. Он развивает скелетные мышцы и сердечно-сосудистую систему и помогает организму привыкнуть лучше переносить молочную кислоту и работать в анаэробном режиме. Медленный метод применяется в смешанном периоде, а быстрый – ближе к соревнованиям. Сама интервальная тренировка проводится после хорошей разминки, растяжки и специальных разминочных беговых упражнений. После окончания тренировки необходимо хорошо замяться. Интервальные тренировки не следует проводить чаще, чем один раз в 2-3 дня. А я пожелаю вам быстро бегать и получать от этого много удовольствия.